Уютные дворики, монастыри, деревянные дома – эти пейзажи знакомы каждому русскому человеку. В галерее «Новое пространство» открылась выставка московской художницы-графика Светланы Цикаловой «Душа карандаша». В экспозиции 40 работ в карандашной технике. Она показывает тот уровень творчества, с которого мы все начинали в детстве, когда родители нам дарили коробку с цветными карандашами. Но некоторые в этом достигают вершины, на мой взгляд, Светлана Цикалова как раз вплотную к ним приблизилась. Мы вообще все выставки переворачиваем к радости текущего момента. А текущий момент таков. Приходит весна. Экспозиция – труд нескольких лет Светланы Цикаловой. Ее подруга, самарская художница Виктория Зубкова, рассказывает, что часть картин создавалась буквально на ее глазах, когда они вместе путешествовали по России. Мещовский монастырь, Касымов, Оптина пустынь, Калуга, Москва. Я масленичник, такой пастозный художник, а она, как вы видите, такой прозрачный, удивительный график. Техника сама по себе удивительная и такая трогательная. Она очень сильно отличается от привычного глазу пастозного или сейчас густых больших холстов. Выставка Светланы Цикаловой производит очень большое впечатление, такое сильное. Теплые картины, карандашные и очень милые пейзажи. То есть здесь мы видим совершенно простые такие, которые видим на каждом шагу, может быть, даже в Самаре, домики, которые, к сожалению, уходят уже. На открытии выставки также прошел мастер-класс для юных художников, которые смогли попробовать себя в технике графики. Познакомиться с душой карандаша можно до 21 апреля. Светлана Кудрявцева, Полина Челякова, Игорь Казановский. События.